У нас вот русский дух, это когда был? Ну, когда еще при мечах воевали, вот тогда вот действительно он русский был. Когда шведа гнал на лед, загнал его на и утопил этих шведов всех, вот тогда русский дух у него был. Ну, а все что-то изменилось, техника, может, цивилизация так это все испортила. Ну, русского духа, ну, есть он где-то, существует, но его очень мало. Вот я, например, встретил металл, когда сдавал, там, короче, мужик один сдавал этот металл. Ну и раз его накололи, мало денег дали. А он как начал, и, короче, да вы что, короче, он там им дал, короче, говорит, существует еще русский дух, ванна. А потом этот, ну я с мужиком говорю, а где ты сдаешь такой металл? Он говорит, о, я нашел, там дороже продают. Я говорю, а ты мне подскажешь? Он говорит, нет. Я потом так подумал, какой ты русский мужик, на раз не хочешь мне подсказать, где металл подороже сдают. А хитрый, он так обматерил его, а мне не хочет сказать. Я так подумал тоже, да какой там ты русский дух там или что-то мужик на существует. Ага. Тебе только нажиться насчет этого только. Вот так я подумал, на ага, русским ты себя считаешь. Даже мне не сказал, где он металл сдает подороже, не сказал даже мне. Думаю, вот, думаю, это не русский человек считает, это просто дерьмо, короче. Я так подумал на этого мужика, на ага. Думаю, русский, на. Я говорю, русским себя. Он говорит, ну, думаю, пошел ты вон на. И, короче, я пришлось мне тоже сдать туда металл. Ну, меня там тоже накололи, короче, на с этим металлом. Я тебя думаю, ругаться что ли будет. Думаю, да ты ин. Я. У меня руки трудовые, я еще достану. Да всего валяется на. Все же сдатничать в этом мире на. Меня хватит и хватит. На. Вот на велосипед накопил, вот куплю велосипед. У меня, короче, я как купил бы. Вот велосипед сейчас куплю, вот, например, да? Вот говорят, счастье, что заключается, в чем счастье заключается? У меня вот счастье сейчас заключается в велосе, на. Велос куплю, вот это мое счастье будет огромное счастье. Я как будто, ну, что-то такое купил, на. Ну, правда, я велос, если заимею, но я не олигарх буду. И вы думаете, что я велос купил, что ли, олигархом сделался? Не, я еще не олигарх. Вот если космический корабль или что-то там вот заимею, там буду летать, галактики свои осваивать. У меня галактика, как, ну, например, у кого-то там, ну, коттедж, там дача-то есть, дом есть, там в Америке дом, это. А у меня, вот, например, я на ракете лечу, например, у меня там одна галактика, это там, ну, туалет я имею в виду. Там вторая галактика, а там это мой дом во второй галактике. А дальше на ракете лечу, а там у меня это коттедж. Ну, вот так я, у меня огромная ракета, и я вот так, короче, вот такая мысль. Ну, тогда я действительно олигархом буду, вот. А так, пока я, у меня велос, и все, вот самое главное.